Так, пора посмотреть новости. Ого, какая киса. Так, смотрим дальше. Неинтересно, неинтересно, это тоже неинтересно. И это неинтересно. Стоп, это что такое? Так, стоп, розыск. Сирена головый. Тому, кто его найдет, вознаграждение $1,000,000. Стоп, так, ничего не понял. Да, это может быть, конечно, интересно. $1,000,000 мне точно не помешает. Ай, нужно что-то срочно решать. Я же хочу быть первым котом-миллионером. Да, хочу. Буду все себе покупать, все, что захочу. Даже, может, машину куплю, только я не умею ездить. Ну и ладно, все куплю, что захочу. А осталось только найти, где же прячется этот сиреноголовый. Но я думаю, это совсем не проблема. Нужно его найти. Как же решить эту проблемку? Это мой шанс стать миллионером. Ура! Я тут такое узнал. Ну и что же? Короче, я видел объявление. Там такое. Ого-го. Симба, я играю. Ничего не знаю. Яна, ну ты меня послушай. Там такое. Можно заработать целый $1,000,000. Вот, например, ты хочешь $1,000,000? Ой, Симба, что за глупые вопросы? Конечно, хочу. Об этом мечтают все. Только где их взять? Я сегодня в интернете видел такое объявление. Кто найдет сиреноголового, получит $1,000,000. Найдем сиреноголового и все, жизнь в шоколаде. Слушай, Симба, ты уверен, что он существует? Мы, возможно, просто время потратим зря. Яна, он точно существует. Доверься моему котячьему чутью. Открывай интернет. Будем смотреть информацию о этом сиреноголовом. Побыстрее, я уже хочу свой первый миллион. Ой, ну ладно, давай посмотрим, какая информация есть в интернете про этого сиреноголового. Сиреноголовый. Да, информации много. Ой, Симба, даже не знаю. Я же тебе говорил, что этот сиреноголовый существует. Видишь, полно информации про него. Точно, мы пойдем его и найдем. И всего до делов. Смотри, здесь информация про сиреноголового. Так, смотри, рост его приблизительно 12 метров. О, это существо очень высокого роста. Может достигать 12 метров. Длинные руки и ноги. Вместо головы у него сирены, обмотанные черными проводами. Неужели он действительно существует? Мяу, вот видишь, я тебе говорил, что он реально существует, а ты мне не верила.